Здравствуйте. Если верить собственным ощущениям, то за окном что-то среднее между октябрем и мартом. Зато с календаря радостно улыбается июнь. Продолжаем верить, что лето не за горами, а на экране программа «Медгородок» и ее ведущая Наталья Малухина. Сегодня мы с вами узнаем об аппарате искусственной почки, который помещается в чемодан на колесиках. Вместе с глухим человеком впервые услышим звуки с помощью кохлеарного импланта. Увидим собственными глазами, как выглядит аневризма сосудов мозга. И поздравим медицинских работников с профессиональным праздником. Вы можете себе представить почку размером с чемодан? Речь идет об аппарате искусственной почки, который предназначен для перитониального диализа. Эта умная машина самостоятельно определяет дозы и время процедур, благодаря чему пациент может выполнять очищение крови дома, просто подключившись к аппарату на всю ночь. А всю информацию о том, как прошел сеанс диализа, циклер по защищенному каналу связи в режиме реального времени передает на компьютер лечащему врачу. Первым двум пациентам диализа, которые рискнули на эксперимент, теперь завидует вся палата. Счастливчики, избавленные от необходимости трижды в неделю приезжать в стационар и ждать, пока закончится обязательная процедура очищения. Вместо этого достаточно перед сном подключиться к черному чемоданчику. Ночью, как обычно, ложишься спать, подключаешься, это занимает минут там, 15 подключений. Все, подключился, ложишься спать, как обычно, и спишь всю ночь. Как обычный человек. Все очень хорошо. Аппарат домашнего диализа легко помещается в небольшой чемодан на колесиках. Его можно перевозить в машине, на самолете и даже брать с собой в путешествие. Внутри аппарата умная начинка, которая самостоятельно следит за процессом и передает данные лечащему врачу. Пациент имеет специальный номер, который вводится в аппарат. И мы можем проводить настройку лечения у этого аппарата с помощью сотовых сетей. Дополнительно к этому аппарату прилагается модем, который передает данные о лечении, о настройках аппарата и на аппарат, и с аппарата обратно к нам, на наш компьютер здесь, в больнице. Процедура очищения крови проводится через брюшину. Пациенту вживляется специальный катетер для подключения аппарата. Больному остается лишь присоединить нужный разъем и вставить кассету. Разрешение на ночной диализ дает специальный консилиум. Мы проводим отбор на данный метод непосредственно комиссионно, потому что нужно определить, во-первых, чтобы пациент был все-таки комплаентен, то есть он был настроен на данную терапию, чтобы у него не было абсолютных противопоказаний для данного метода. Абсолютные противопоказания – это когда есть какие-то воспалительные процессы в брюшной полости, какие-то массивные были ранее операции у пациента, то есть какой-то спаечный процесс. И пациент, если не может обеспечить дома определенные стерильные условия, то есть не все, к сожалению, пациенты у нас могут пока обеспечить, то эти пациенты у нас не рассматриваются на данный метод. Сегодня больница располагает 6 аппаратами автоматического диализа. К концу года их количество вырастет до 10. После недельного курса обучения пациенты вместе с чемоданчиками и запасом расходных материалов отправляются по домам. Но каждый месяц будут приезжать к лечащему врачу, скорректировать программу и получить очередную партию растворов и кассет. Среди заболеваний сосудов головного мозга аневризму можно отнести к наиболее опасным. Из-за изменения структуры сосуда он теряет свою эластичность, и закончиться это может разрывом стенки сосуда с кровоизлиянием в вещество мозга. В областной больнице проблему аневризмы решают хирургическими методами. На этот раз врач из Новосибирского федерального центра нейрохирургии Виталий Киселев провел мастер-класс для своих южноуральских коллег. Аневризма – это дефект стенки сосуда, когда ткань становится непрочной и напором крови растягивается до тех пор, пока не лопнет. Произойти это может в любой момент. Причем большинство аневризм существует в организме абсолютно незаметно и обнаруживаются уже после кровоизлияния, которое приводит к непоправимым последствиям. Поэтому любую найденную аневризму лечат хирургическим способом. Мы планируем сегодня провести 3 операции. Эндоваскулярная эмболизация аневризм сосудов головного мозга, эндоваскулярная эмболизация артерий венозных мальформаций. Это все патологии сосудов головного мозга, которые при определенных условиях могут стать смертельными для пациентов. Сегодня мы постараемся избавить наших пациентов от этих очень серьезных заболеваний. Чтобы видеть аневризму или мальформацию, нейрохирургу во время операции требуется специальная аппаратура. Рентгеновский аппарат показывает изображение с 8-кратным увеличением и транслирует информацию на большой экран. Теперь исход операции зависит только от мастерства и опыта хирурга. На счету Виталия Киселева более 1000 эндоваскулярных операций. Любой больной потенциально рассматривается как сложный.
То есть нельзя рассматривать пациента изначально, недооценивая его и рассматривая его как легкого пациента. Потому что в этом случае можно ошибиться в несколько раз быстрее по сравнению с тем, что если ты будешь предполагать, что вся эта ситуация может обернуться очень тяжело, сложно, и тебе потребуется дополнительные усилия для того, чтобы из этого выкрутиться. То есть ты рассчитываешь изначально на самый плохой сценарий, который только может быть. Для успешного результата требуются три составляющих – наличие высококвалифицированных опытных врачей, дорогостоящие расходные материалы и самое современное оборудование экспертного класса. Администрация больницы уделяет этому вопросу огромное внимание. Мне очень радостно, что Минздрав Челябинской области опять-таки оказывает финансирование этого процесса, то есть все те три составляющие, которые мы с вами говорили. То есть это есть возможность техническая, есть достаточно хорошее оборудование, на котором можно проводить данные вмешательства, есть достаточное количество расходного материала. Делимся своим опытом с нейрохирургами здесь, в отделении. Я надеюсь, что, собственно говоря, с каждым годом это будет приводить только к улучшению результатов, которые, на мой взгляд, и так на сегодняшний день здесь достаточно на хорошем уровне. Международная коммуникационная площадка, которая действует на базе Челябинской областной больницы, регулярно становится местом проведения мастер-классов и научно-практических конференций, во время которых врачи обмениваются опытом и повышают свое мастерство. В первую очередь от этого выигрывают пациенты, которым теперь не приходится ради сложной эндоваскулярной операции выезжать за пределы региона. Вы можете представить себе человека, который пишет картину вслепую? Он видит краски и кисти, а вот само изображение от него скрыто. Примерно так работает аудиолог. Специалист, который настраивает звук на кохлеарных имплантах. С виду процесс настройки очень прост и доведен почти до автоматизма. На самом деле уходит достаточно много времени, чтобы пациент впервые услышал мир именно таким, каким его слышим мы с вами. Наша съемочная группа побывала там, где человек из мира глухих возвращается в страну звуков. Мамочка, давай. Работа аудиолога-настройщика кохлеарных имплантов сродни мастерству звукорежиссера, и пульт похож. И задача одна и та же – добиться идеального звучания для каждого отдельного слушателя. Как звукорежиссеры, только немножечко сложнее. У нас порядка 50 параметров настроек, и каждый параметр за что-то отвечает. То есть мы настраиваем в комплексе индивидуально под конкретного пациента, чтобы он слышал все звуки, и могут быть задействованы самые разные параметры. НИИ уха и слуха в Санкт-Петербурге считается лучшим в России. Поэтому сотрудничество главной клиники Южного Урала с таким учреждением дает пациентам дополнительные плюсы. Например, возможность очередной перезагрузки аппарата недалеко от дома. Специалисты из северной столицы приезжают в Челябинск для обмена опытом, а в рамках мастер-класса проводят настройку реальным пациентам. Они раньше слышали, у них есть слуховой и речевой опыт, центры головного мозга сформированы, им только нужно дать возможность слышать, и они услышат. Поэтому, с одной стороны, со взрослыми проще, с другой стороны, сложнее, потому что они знают, что они хотят еще лучше. Валерий Мальцев оглох в 25 лет. Детская травма спровоцировала тугоухость, а с годами слух пропал совсем. 8 лет назад кохлеарный имплант установили в одно ухо, 2 года назад во второе. Когда слышал, я помню, что это такой звук нормальный. Я музыку слышал раньше, все. А сейчас музыку слушаю, тоже стерео чисто понимается, все. Но программы разные. На работе, предположим, пользуюсь одной программой, общаюсь с другой, а музыку слушаю на третьей. Регулярные встречи с настройщиками входят в программу реабилитации для тех, кому установлен кохлеарный имплант. Если обследование можно провести за 1-2 дня, операцию можно сделать за 40 минут, то реабилитация – это процесс постоянный. Постоянно каждый пациент наблюдается. Начинается все с подключения речевого процессора, когда активируется вся система. Она настраивается индивидуально под конкретного пациента, чтобы он максимально качественно слышал. И после этого мы этого пациента наблюдаем, контролируем настройки, они тоже меняются с течением времени. Современные технологии позволяют специалистам решить любую проблему, связанную с нарушением слуха, и вернуть пациента из страны глухих в мир звуков. Даже для тех, кому не поможет кохлеарная имплантация, найден способ. В НИИ уха и слуха недавно провели стволомозговую имплантацию, при которой звук попадает напрямую в нейроны мозга.
Когда пациент и врач остаются один на один, им не всегда удается понять друг друга. А все потому, что специалисты настолько привыкают общаться с помощью сложных слов, которые известны и понятны далеко не всем. Мы продолжаем знакомить наших зрителей с ключевыми медицинскими терминами и явлениями, знания которых поможет быстрее найти общий язык с лечащим врачом. Анестезиологических пособий великое множество. И языком простого обывателя все это часто называется наркоз. Но на самом деле существуют специализированные термины, которые подразделяют наркозы, анестезии. И эти понятия мы, как профессионалы, мы их не смешиваем, потому что в каждом конкретном случае применяется разное анестезиологическое пособие. Вообще слово «наркоз» подразумевает медикаментозно выключенное сознание у пациента. Естественно, при целом ряде хирургических процедур требуется отключение сознания, медикаментозное управление сознанием, медикаментозное управление дыханием пациента, иногда управление сердечно-сосудистой системой и так далее. То есть, в принципе, вот слово «наркоз» подразумевает состояние человека с искусственно медикаментозно выключенным сознанием. Понятие «анестезия» – оно более широкое. В него укладывается ситуация обезболивания и с выключенным сознанием, и с состояния, когда пациент бодрствует на операционном столе, но ему при этом не больно. Целый ряд методик позволяет добиться подобного. Хочу впервые воспользоваться служебным положением и сказать слова благодарности тем людям, которые в январе 2010 года помогли мне остаться на этом свете. В течение 2 лет оперировали, учили заново ходить и радоваться жизни. В первую очередь это хирург Владимир Бурдин и медицинская сестра Татьяна Сорокина из Кусинской ЦРБ. Травматологи областной больницы Виталий Трифонов, Александр Троценко, Константин Диданов. Анестезиологи Сергей Недзвецкий и Андрей Гусев. Нейрохирург Виктор Кругляков. И медицинские сестры Гульнара Юнусова, Галина Журавлева, Наталья Игнатенко, Ольга Хмелева. Огромное вам всем человеческое спасибо. От себя лично и от всех ваших пациентов. А я с вами прощаюсь до следующей встречи. С вами была Наталья Малухина и программа «Медгородок». Берегите себя и будьте здоровы!